Поздравляем с победой, отличный матч, отличная победа, учитывая то, что Смолевич это очень непростой соперник на своем поле. Насколько такой быстрый мяч поспособствовал такому развитию игры? Спасибо большое за поздравления. Ну, конечно, быстрый гол всегда помогает команде, в принципе. Ну, где-то уже даже можно начинать потихоньку играть по счету и не спешить лететь вперед. Вот, то, что мы, в принципе, и делали, выполнили установку тренера. И где-то могли еще во втором тайме получше играть, полностью как будто отдали не сил, хотя могли контролировать, ну, мяч моментами побольше. Так, хорошо, наверное, сыграли. В целом, как прошли вот эти вот несколько дней уже при новом тренерском штабе? Расскажи, может, какие-нибудь вещи, которые можно рассказать? Ну, в принципе, еще мало времени прошло, так притираемся к тренерскому штабу новому. Ну, я думаю, еще рано говорить, поэтому, ну, так, в принципе, главное, что победа, сейчас с позитивными эмоциями работаем дальше. Голевой дубль у тебя сегодня случился, ты пока выходишь на первое место в гонке бомбардиров нашей команды. Как ощущения твои внутренние? Да, главное, что сейчас команда победила, в принципе, самая главная победа. В целом, по игре ощущалось то, что у команды есть такой небольшой запас, который она еще может использовать? Особенно это было при счете 2-0, 3-0 в начале второго тайма. Ну да, я про это говорю, что во втором тайме где-то можно было поспокойнее чуть играть, а мы как-то больше отдали инициативу. Смолевичи контролировали мяч. Не сказать, что они много создавали впереди, больше контролировали сзади, как бы это особо опасности не создавало, поэтому, в принципе, просто могли больше контролировать, наверное, игру. С победой. Спасибо.